Друзья, всем привет! Мы с вами вновь на просторах Крымской саванны. И сейчас вот время завтрака львиного, 10 утра. Львы идут к месту кормления. Ну что хочется сказать? Конечно же, в этом году совсем немного львов в Крымской саванне. В прошлом году их было немного по сравнению с предыдущими годами, а в этом еще меньше. И если раньше, конечно, утреннее кормление это был такой один из главных аттракционов, там происходил действительно экшен, которого многие посетители ожидали, то сейчас, конечно же, этого нет. Приходит несколько львов, мирно, чинно, завтракают с линцой и потом расходятся полежать где-то в тенечке в развалочку. Но есть и свои плюсы. Поскольку львов немного, то, может быть, и объединились бы они, и то те же львы-заколесники смогли бы приходить сюда. Хотя это тоже под большим вопросом, потому что те львы привыкли, что их тоже уже отдельно кормят, и поэтому сюда они приходить не спешат, хотя тоже знают, что здесь кормят, биологические часы у них хорошо работают, но тем не менее пока вот видим такую ситуацию. Ну а наевшись, львы занимаются своим любимым делом – сном. Что ж, друзья, всем пока!